Главным шоу-стоппером Франкфурта, без сомнений, можно назвать новую Mazda 3. Впрочем, наши зрители уже давно знакомы с этим автомобилем. Еще до премьеры новая трешка побывала в Беларуси в ходе пробега Хиросима-Франкфурт. На отдельном стенде, покрытый толстым слоем дорожной пыли, стоял тот самый хэтчбэк, который мы видели в Мирском замке. Полностью переработанный автомобиль получил иную архитектуру фар, дутые передние крылья и новую решетку радиатора. В целом модель выполнена в стилистике фирменного дизайн-языка Кода. Команда автопанорамы лично пообщалась с вдохновителем Кода, главным дизайнером Mazda 3 Коджи Табата. Создавая кузов новой Mazda 3, мы применили настоящий 3D-эффект. На дверях машины можно увидеть, как линии задней и передней частей сливаются вместе, создавая натуральный объем. Мы хотели создать образ легкого, но в то же время приземистого и крепко сложенного автомобиля, в меру спортивного, но без лишней агрессии. Новой модели — новое оснащение. В салоне можно обнаружить информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, проекционный дисплей и систему голосового управления. В линейке силовых агрегатов поселились два бензиновых мотора и один дизель. Младший полуторалитровый агрегат Skyactiv G мощностью 100 лошадиных сил. Следующий вариант – двухлитровый двигатель той же серии, развивающий 120 сил и 210 ньютон-метров крутящего момента. Этот же агрегат будет доступен в другой версии системы рекуперативного торможения iE-Loop. Его мощность составляет 165 лошадок, что подарит вполне резвый разгон до сотни за 8,2 секунды. Что любопытно, самым мощным и резвым двигателем в линейке стал дизельный Skyactiv-D объемом 2,2 литра с отдачей в 150 лошадиных сил. Благодаря внушительной тяге в 380 ньютон-метров, с этим агрегатом новая Mazda 3 способна разогнаться до сотни за 8,1 секунды при максимальной скорости 210 км в час. Коробки передач для нового поколения Mazda 3 представлены шестиступенчатой механикой и таким же автоматом. Совсем скоро автомобиль появится в Беларуси, и автопанорама подробно расскажет о франкфуртской новинке. Уже этой осенью ждите тесты и комментарии наших экспертов о будущем бестселлере Mazda 3. My name is Koji Tabata. I'm chief designer. Here is Frankfurt Motor Show. Pre-Britannia Auto Panorama.